Здравствуйте, ребята. Сегодня я хотел бы поговорить о важном вопросе. Он очень узкоспецифичный, но имеет огромное значение. Я уже давно планировал что-то сказать на эту тему, но у меня все как-то все это откладывалось, не получалось. Речь пойдет о самостоятельных инстилляциях в уретру, то есть введении каких-то лекарственных растворов в мочеиспускательный канал. Как видите, в Стамбуле прекрасное утро. Я уже пробежал свою дистанцию и решил записать вот видео вам на природе. Если будут побочные шумы, прошу извинить. Чтобы постоянно не смотреть на мою физиономию, я буду периодически показывать вам пейзажи стамбульские, которые наснимал за последние дни для вас. Погода здесь очень радует. Были эпизоды с дождями, но последние 4-5 дней вот установилась ровная погода, 22-25. Иногда ветер, но чаще все-таки солнечная погода, которая позволяет мне с огромным удовольствием заниматься бегом по моим вот этим местам любимым в парке Флёрия и позволяет каждый день купаться в море, когда есть свободное время. Итак, внутриуретральное введение растворов лекарственных, каких бы то ни было. Какая цель? Первое, это чаще всего используется, это антибактериальная цель. Для того, чтобы каким-то антисептическим раствором прямо на поверхности слизистой создать высокую концентрацию лекарств и тем самым добиться уничтожения каких-то патогенных бактерий. Чаще всего этот метод правомочен в венерологии, в каких-то случаях острых уретритов или каких-то подострых уретритов, когда медикаментозного лечения недостаточно и все-таки мы хотим каким-то образом воздействовать на слизистую там, где существуют патогенные возбудители. Но нужно всегда помнить, что если мы говорим о каких-то хронических внутрипростатических инфекциях, которые присутствуют не в переднем отделе уретры, а в предстательной железе, мы предполагаем, или доказано, что они существуют в предстательной железе, то инстилляции в уретру имеют очень и очень малое эффективное значение. Больше того, они могут навредить. Рассмотрим, что такое слизистая уретры. Это чрезвычайно нежная слизистая, которая покрыта сетью мельчайших венул. То есть венула — это то, что тоньше вены. Это подслизистые вены, в которых очень низкое давление. И когда в уретру вводится препарат какой-то, повышается, естественно, внутриуретральное давление. И это давление при неконтролируемом введении может превысить вот давление в этих мельчайших венулах. И содержимое из уретры может попасть внутрь вот этой венулки маленькой, то есть забрасывается, по сути дела, в кровеносное русло. Это первая опасность. Вторая опасность – это уретропростатические рефлюксы, то есть заброс содержимого из мочеиспускательного канала в протоки предстательной железы, в начальные участки протоков предстательной железы. Напомню, что из каждой доли, из правой и из левой, открывается примерно по 40 нитевидных, тоньше волоса, микроскопических выводных протоков из вот этих ацинусов, гроздьевидных структур пузырьковых, которые внутри простаты расположены. Вот 40 справа, 40 слева, это все открывается в зоне семенного бугорка, такого утолщения в простатическом отделе уретры. И когда вы накачиваете в мочеиспускательный канал какую-то жидкость, легко повысить давление в уретре, которое антифизиологично, то есть в природе так никогда не происходит, против тока жидкости естественного, закачивается какой-то раствор, очень легко превысить давление внутриуретральное, и эта жидкость может попасть во внутрипростатические протоки. Естественно, врачи, кто выполняет эти манипуляции, они осведомлены об этих опасностях, но очень часто в жизни бывает так, я с этим многократно сталкивался, что пытливые умы пациентов, ну это естественно, кто-то уже проходил эти манипуляции в каких-то медицинских учреждениях, и вот он сам решает,
оценивает, какие-то существуют выделения из уретры, что-то его не устраивает, какие-то зуд, жжение, что-то чешется, колет, давит, и он думает, что там кто-то живет, давай-ка я вот сам себе повожу какой-то уросептик. Что происходит? Очень трудно контролируемо вводить шприцом вещество в уретру лекарственное. Почему? Соответственно, когда человек вводит в наружное отверстие уретры конюлю шприца, без иглы, конечно, и прижимает торцевую часть шприца к окружающей коже вокруг уретры, то есть плотно прижал, и потом начинает давить на поршень, выдавливает лекарственный препарат. Очень трудно плавно выдавить. И какое давление создать сложно? Заполнить уретру? До какой степени? Можно ведь вводить так, что и в мочевой пузырь забросить, но она должна пройти в наружный сфинктер, простатическую часть уретры обратным током, внутренний сфинктер, и тогда попадет в мочевой пузырь. Но очень часто вот эти рывковые движения, то есть нажимаешь на поршень, и вдруг он срывается, и неконтролируемое рывковое введение такое. Вот эти моменты, они очень опасны. Очень опасно. И я бы всех вас хотел предостеречь от самостоятельных инстилляций, от самостоятельного введения каких-либо лекарственных препаратов в уретру. Потому что само по себе это противоестественное введение жидкости. В таком направлении жидкость там никогда не течет. Наоборот, сверху вниз, а снизу вверх, когда в обратном порядке, всегда есть опасность диссеминации, распространения микробной флоры на вышележащие участки уретры. То есть я говорил неоднократно о том, что в передней части уретры всегда в первых 1,5-2 сантиметров у любого мужчины здорового существует некий набор бактерий. Это неизбежно. Это отверстие, которое сообщается с поверхностью кожи, на которой, независимо от гигиены человека, все равно жизнедеятельность бактерий осуществляется. В передней части канала живет спектр бактерий, у каждого свой. Но их известно там более 500 видов, которые допустимы к существованию в наружной части уретры. И только там они существуют. Вверх они залезть не могут, потому что их постоянно, во-первых, смывает поток мочи, периодически повторяющийся. Во-вторых, там выше уже другие условия для жизни, другая среда. Там им плохо, им хорошо в этих передних 1,5 сантиметрах. Но когда вы вводите какой-то антисептик, вы их закачиваете в вышележащие отделы. Не факт, что они должны погибнуть от этого уросептика и антисептика, который вы вводите, но... Попадая в вышележащие участки, это может привести к обострению воспалительных процессов, к обострению уретритов, обострению простатитов и так далее. То есть вы сделаете только хуже. И опасность уретропростатических рефлюксов, забросов в выводные протоки предстательной железы, она существует. В эту же кассу хотел бы предостеречь от всяких экспериментов в процессе мочеиспускания, от всяких зажиманий мочеиспускательного канала при отделении мочи. Это всегда очень плохо. То есть, когда началось мочеиспускание, человек в начальной, в середине или в конечной фазе начинает передавливать уретру, пытаясь создать избыточное давление, чтобы потом получить интенсивный выстрел такой струи, кому-то это кажется эффективным промыванием уретры. Это ложные впечатления. Зажимая канал, вы создаете то же самое повышение внутриуретрального давления, которое очень опасно развитием уретропростатических рефлюксов. Даже вот этот механизм уретропростатический рефлюкс, рефлюкс именно, не рефлекс, а рефлюкс. Рефлюкс – это заброс. Я не ошибаюсь, когда говорю рефлюкс. Уретропостатические рефлюксы многими учеными расцениваются как один из патогенетических механизмов развития простатита. Очень часто мы видим вот эти зоны уплотнений на УЗИ вокруг мочеиспускательного канала, в простате, в той зоне, которая прилежит к семенному бугорку. А это значит, что что-то проникает в протоки простаты из уретры. Чаще это уретропостатические рефлюксы. Они бывают из-за несогласованной работы внутреннего и наружного сфинктера мочевого пузыря. Внутренний открылся, поток мочи пошел, а наружный еще не открылся, и создается избыточное давление в простатическом отделе уретры, которое вызывает вот этот заброс. Такая несогласованная работа сфинктеров и
детрузора, то есть мышцы, изгоняющие мочу, сфинктерно-детрузорная диссинергия, несогласованная работа мочепузырной мышцы и сфинктеров, которые закрывают выход из мочевого пузыря. Дисфункций таких очень много. Это различные нейропатические расстройства в тазу, которые зависят от состояния нашей вот этой электропроводной нервной системы, от состояния спинного мозга и корешков в пояснично-крестцовом отделе спинного мозга. Эти расстройства очень трудно зарегистрировать и выявить каким-то объективным методом исследования. Это различные комплексные уродинамические исследования с измерением давления в уретре в различных его отделах. Это электронейромиография с игольчатыми электродами, которые там вводятся в мышцы промежности и так далее. Короче говоря, в широком арсенале, широкому массиву населения эти исследования недоступны. Если обратиться к законам гидродинамики, то есть наука о движении жидкости, они абсолютно применимы и к мочевыводящему тракту. То есть есть потоки ламинарные, ламина от слова пластинка, ламина, латинский термин, то есть такие гладкие пластинчатые потоки. Вот. А есть потоки турбулентные, вот как вокруг того камня, который вы видите за мной, да, когда создается какое-то препятствие или неровность на поверхности, по которой течет жидкость, начинаются завихрения. И когда вы пережимаете мочеиспускательный канал, или дисфункция сфинктерного аппарата, когда наружный сфинктер начинает неконтролируемые короткие эпизоды сокращений, микросокращений даже, которые, может быть, вы не регистрируете, создается вот эта турбулентность в простатическом отделе уретры, то есть завихрение потока мочи, и создаются условия для внутрипростатических рефлюксов. И многие ученые считают уретропростатические рефлюксы одной из важных причин поддерживания хронического простатита. То есть все время создаются химически неблагоприятные условия в протоках предстательной железы, которые поддерживают воспалительную реакцию. Человек борется с инфекцией, пьет какие-то антибактериальные препараты, думает, что у него там что-то живет нехорошее, а на самом деле у него расстройство уродинамики, расстройство гидродинамики с образованием вот этих уретропростатических рефлюксов. Моча – химически агрессивный компонент для протоков предстательной железы, ее там быть не должно, и она вызывает химическое повреждение клеточек, которые выстилают протоки предстательной железы. Поэтому все введения в уретру самостоятельные, пережатие каналов и какие-то эксперименты с процессом мочеиспускания, пожалуйста, никогда не делайте этого. Особенно это актуально для молодых ребят, которые еще не имеют достаточного жизненного опыта, которые могут прочесть на каких-то форумах информацию умудренных опытом мужчин, в кавычках, которые могут что-то вам посоветовать. Не делайте это. Еще один важный аспект проблемы. В некоторых случаях эндоуретральное введение антисептиков используется в качестве профилактики заражения инфекциями, передающимися половым путем. То есть экстренные меры профилактики после какого-то незапланированного контакта, конечно, вполне допустимо пользоваться эндоуретральными методами введения антисептиков. Но это исключительные случаи, которые не должны ни в коем случае быть правилом постоянным. Потому что на практике я сталкивался многократно, что многие ребята понимают эти рекомендации буквально и используют этот метод постоянно. То есть таскают с собой в кармане какой-нибудь там мирамистин или хлоргексидин или любой другой раствор для эндоуретрального введения и используют это в ежедневном режиме практически. Ну и так продолжают год-два. Не делайте этого, пожалуйста. Этот метод профилактики используется только как какие-то экстренные одноразовые ситуации. Это нельзя использовать на постоянной основе. Постоянное ретроградное введение жидкости в уретру, кроме вреда, ничего не принесет. Поэтому не экспериментируйте со своим мочеиспускательным каналом. Вы очень часто наносите себе вред, пережимая уретру во время мочеиспускания или
из благих побуждений, пытаясь что-то ввести себе в канал мочеиспускателей. Что только ребята не вводят. Я вот, кому-то эта постановка вопроса покажется странным, но из практики я знаю. И сейчас сталкиваюсь с тем, что что только не пытаются вводить. И маслосодержащие препараты различные, и уж антисептиков там не сосчитать. Пытаются мазь какую-то затолкать себе в уретру, пытаются порошок насыпать в наружное отверстие уретры. В общем, все это таит за собой опасность большую. И пусть это, если даже это не вызовет острых каких-то процессов прям вот через день, через два, то это обязательно нанесет урон, это обязательно повредит вам, если вы будете хронически, периодически использовать самостоятельно вот такие неконтролируемые совершенно вещи. Не трогайте ваш мочеиспускательный канал, не вмешивайтесь. Процесс мочеиспускания, он абсолютно должен протекать естественно. Если вы подозреваете, что он происходит с какими-то нарушениями, ну лучше обратитесь к специалисту. Но сами не экспериментируйте со своими органами. Очень часто это заканчивается незапланированными ухудшениями и вредом для вашего организма. Те, у кого есть сомнения в сложившихся ваших каких-то индивидуальных ситуациях, когда вы не знаете, как поступить, приходите на сайт urotesting.ru, и там мы можем с вами вместе разобраться в вопросах, которые вас волнуют, в вопросах вашего мужского здоровья. Как обычно, всем мира, здоровья и оптимизма. До встречи!